Добрый день! Итак, перед вами устройство, которое позволяет показать эффект Гефильда-Браун, то есть преобразование электрической энергии в кинетическую. Данный эффект был открыт в начале прошлого века. Чтобы его вам продемонстрировать, я собрал небольшое устройство. Итак, оно состоит конструктивно из блока питания компьютерного 12 вольт 10 ампер. Далее ток поступает на преобразователь напряжения, который выполнен на строчном трансформаторе с повышающей вторичной обмоткой, а также транзисторе КТ805А. Преобразованный ток поступает на полуволновой умножитель напряжения. Далее по гибким проводникам ток поступает вот на это устройство, которое в народе называется лифтер. Он конструктивно состоит из трех электрических палочек с натянутой тонкой проволокой, а также фольгой, согнутой в виде треугольника. При подаче напряжения возникает кинетический эффект. Мы видим, электрическая энергия преобразуется в кинетическую, и наш лифтер начинает потихоньку двигаться. Так как мощность источника недостаточна для того, чтобы лифтер взлетел, он только двигается. Однако при использовании достаточно мощного источника питания, наш лифтер может взлететь.